Это был чудесный день, как вдруг. А, помогите, мама, инопланетяне. Стой, стой, что случилось? Ну, я просто гулял со своей мамочкой. И вдруг какой-то звездолет начал спускать на нас луч. Нет, сынок, я спасу тебя. Беги быстрее. О нет, что же делать? Они улетают. Нам тоже нужна ракета. Ракета готова. Я полетел. Я с тобой. Я полетел ее спасать. Вот ты и попался. Дю-дю. На земле замечены древние символы наших предков. Срочно летим туда, а с тобой мы потом разберемся. Что-то ухо долго нет. Наверное, инопланетянин поймал его. Попробую сделать то, что мне рассказывал дед. Вроде все. Привет. Мой дед был инопришеленцем. Че? А ничего. Давайте вы вернете мне тортиков и ухо. А я вам дам чокопайки. Давай. Вот вам чокопайки. Ладно, вы свободны. О, что это такое? Надо спросить у уха, что это? Что это? Вроде какая-то старая игра. Давай ее включим в микроволновке. Го. Где это мы? Меч брать будете? Давай сюда скорее. Что здесь происходит? Помоги, помоги, помоги. Все, вроде выключил. Ура. Что? Хочу пельмени. Можете сходить в магазин? Конечно. Нате деньги. Чокопай. Я Мане, подходи, покупай, чокопай, вкусный, скидка 40%, брат. Ты куда? А, пельмени. Я хочу чокопайки. Можно одну коробочку, пожалуйста? Эй, хорошо, брат. Амагат, как много чокопаек. Спасибо за покупку, брат. А как же пельмени для уха? Да потом купим. О, мои любимые чокопайки. О, что это? Большая дыра в земле? Как интересно. Помогите, есть здесь кто-нибудь? Ты в порядке? Не волнуйся, Пушистик, мы найдем способ, чтобы спасти тебя. Мы сделаем лестницу из этих палочек. Лови лестницу. Спасибо вам, братья. Ух, я в безопасности. Большое вам спасибо за то, что спасли меня. Мы рады, что с тобой все в порядке. Хотел бы я, чтобы у меня был настоящий друг, который разделял бы мои радости и печали. Почему все судят меня по моей внешности? Разве они не видят, что у меня большое сердце? Так. Ну? Привет, малыш, ты тоже ищешь друга? И я наблюдал за тобой издалека, ты кажешься тем, с кем можно подружиться. С этого дня Пушистик и Капибара стали неразлучными друзьями. Они вместе играли и помогали друг другу. Я никогда не думал, что найду такого друга, как ты. Спасибо тебе за то, что ты был рядом со мной. Вместе мы сможем победить все. Там смерч. Я спасу тебя, друг. Где ты? Не оставляй меня, пожалуйста. Ты пожертвовал собой, чтобы защитить меня. Я никогда не забуду тебя. Ты был настоящим другом.
Сынок, хватит сидеть за компьютером. Сходи в аптеку за углем. Хорошо. Здравствуйте, дайте, пожалуйста, уголь. Вам активированный? Вы что, смеетесь? Дайте демо-версию, сам активирую. Настало время сажать тыквы. Мне нужна помощь, ведь один я не справлюсь. А вечером мы будем пить чай с конфетками. Ура, 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 ура. За работу. Эх, как же не хочется работать. А кушать конфетки охота. Что же делать? Ух, что с тобой? Ты заболел? Да, я заболел. Ну тогда полежи и не работай сегодня. Я принесу тебе конфетки. Ладно. Что-то их долго нет. Может, они уже съели все конфеты, надо посмотреть. Конфетки. Вы уже закончили сажать тыквы? Нет, а почему ты здесь? Да, просто посмотреть. Ух, тебе стало хуже? Нет. А что случилось? Я вас всех обманул, я не болею. Мне просто было лень, но я понял, что это неправильно. Мы посадили тыквы, а потом вместе попили чай с конфетками. Кажись, это необитаемый остров. Смотри, что это там. Давай откроем. Го. Что это за место? Сам не знаю. Кто-то мне подсказывает, что надо идти туда. Ну, пойдем. Братья, я спасу вас. Как вы сюда попали? Да я вас... Ах ты. Бежим скорее.